Взял часы Apple Watch Series 5 в магазине Apple в University District. Это в Сиэтле, возле университета Вашингтон. Есть University District Apple Store. 44 миллиметра. Золотой алюминиевый кейс. Что еще? Ну так тяжеловато. Стоит 429 плюс налоги. Это вышло. Сейчас скажу, сколько вышло. 472. Налог 10%, 10,10%, это 43,33 в штате Вашингтон. Плюс 429 плюс 43,33, это 472,33 всего. Коробка без пластика, потому что я на сайте, там можно делать, ну, короче, ремень разный ставить, цвет подбирать самому. Я сказал мои характеристики, они просто вставили характеристики. Если брать как на сайте фиксированная модель, допустим, вот как здесь там с белым ремешком, то она будет упакованная. Вот сейчас открываем. Цвета. Стоящий из ремешка. Ремешок 49 баксов стоит. Спортивный. И цвет у него... Это не оранжевый, это он по-другому называется. Вот здесь написано открыть розовый чехол. Это я не для себя покупаю. Я буду их тестировать в течение где-то 3 месяцев. Я взял для того, чтобы датчики протестировать. И потом их отдам. Наверное, под этот цвет так и выбирается чехол. Чехол мягкий. Не забыть, как одеть. Так, с этой стороны одевается. Так выглядит. Так. Это у нас брошюры использования. Я раньше не брал часы, потому что я не хочу с часами ходить. Но это первый раз, когда я вообще часы буду носить. Так, старт Apple Watch, происход батон, старт батон. Короче, вот эту кнопку нажать для питания. Потом на часах у меня тоже iPhone, и он определится,
Часы у меня есть. Apple Watch. Пога. Потом нужно свайпнуть. Они будут всегда включенными теперь. Здесь объясняется, что это каждая функция означает. Это зарядка беспроводная. Не, вообще-то провод, но она ставится сюда, часы, для зарядки. Снимаем вот это защитную, дать от пыли защиту. Маленькая зарядочка. Я думаю, она 5-вольтовая. И блок питания. Блок питания небольшой. 1-амперный. Ну, все, больше ничего. И взял еще кабель с USB-C, с Mac'а, чтобы можно было на гигабит интернет-адаптер. Чтобы можно было кабель от интернета подключать гигабитный и к Mac'у, чтобы... Хочу проверить в колледже связь через кабель, и вообще требует он авторизации через кабель или нет, что у нас там с Wi-Fi иногда проблемы бывали. Стоит он 29 баксов. Вот такой зеленый кабель. Ремешок. Так, ремешок открыть. Стрелочки здесь красивые стоят. Да, просто открыть. Больше макулатуры, чем в самих часах. Здесь показана инструкция, как наставлять. Чуть запасные. А, это по размеру. Это большие, то есть средние и medium large. Средние, большие. И маленькие, средние. Вот эта штучка. Я думаю, это магнитик. Попробую большие. Large.
Так надеваются они. Так защелкивается. Включу потом и настроим. Первое включение. Как по инструкции. Нужно подвести телефон.